і на тижні антикорупційної ініціативи, але ж це великий початок великого шляху, який ми хочемо подолати разом із вами, і дійсно створити такий сталий підхід в Україні до антикорупційної культури, тобто випрацювати цю культуру серед бізнесів великих, малих, середніх, напрацювати добрі співвідносини, партнерства з державним сектором, з громадським сектором. І нашим завданням є створити цю платформу, на якій всі зацікавлені сторони можуть спілкуватися вільно, знаходити рішення спільні і працювати над їх вирішенням. Тому розпочинаємо. Я буду передавати слово нашому модератору Ользі Шенк, адвокатці, координаторці практик вирішення спорів та комплаєнс Київського офісу CMS Макерон Макена Набаро Ольсвальд, члена комплаєнс клубу ACC. Ольгу, вітаю і розпочинайте. Дякую дуже, Тетяно. Доброго дня. Я рада вітати всіх, хто до нас доєднався і ще, можливо, доєднається, тому що дійсно ми ведемо зараз дуже важливу дискусію на дуже важливу тему. І я коли робила свою першу презентацію в межах даного заходу ще у вівторок, тема її звучала наступним чином: для чого потрібен комплаєнс очима юристів? Да? І на тому етапі ми зійшлися на думці, що комплаєнс з точки зору юридичної потрібен для двох речей: по-перше, це для того, щоб діяльність відповідала закону, і по-другому, для того, що це ну елементарно фінансово вигідніше бути комплаєнтним в сучасному світі вигідніше, ніж не бути, оскільки не бути дуже часто означає проблеми з законом, витрати на юридичну допомогу і, зрештою, неможливість вести бізнес. От сьогоднішня наша дискусія буде присвячена продовженню даної теми, насправді, тому що відповідь на питання, для чого потрібен комплаєнс, ми всі отримали. І тепер у нас є наступне питання, яке звучить таким чином: а які кроки треба зробити і як побудувати комплаєнс-систему, яка буде працювати і яка дасть відповідь на оці всі власне поставлені нам запитання? Я з великим задоволенням представлю наших спікерів, з якими ми будемо обговорювати питання про те, як побудувати комплаєнс-систему. Всі ці спікери – це люди з бізнесу, які мають величезний досвід і фахової побудови комплаєнс-систем в різних компаніях або групах компаній, які погодилися поділитися з нами своїми практичними інсайтами, порадами і баченням того, як їм вдалося цю комплаєнс-систему побудувати. Відповідно, я представляю вам Наталію Брагіну, юриста КПРО України, Тетяну Кирик, комплаєнс-директора «Київстар», Олексія Поволоцького, директора з корпоративного управління і комплаєнсу «Дітек», Олену Дубовську, комплаєнс-офіцера «Кернел», і Григорія Ситенка, це керівник юридичної служби «БАС». Я вже з нетерпінням очікую на дискусію, яку ми зараз розпочнемо з нашими спікерами. І перш я хотіла би поставити запитання про те, а яким чином побудувати систему в бізнесі, до Наталії Брагіної, юриста КПРО Україна. Наталію, будь ласка. Добрый день. Я прошу прощения, у меня, видимо, что-то с интернетом, поэтому у меня может быть отставать звук. Я очень рада сегодня присутствовать на этом собрании. Мне сегодня Алексей Нечипорук в связи с его там рабочими вопросами представил право представить наше предприятие и рассказать, каким образом мы строим нашу позицию в антикоррупционной политике. Ну, исходя из того, что я услышала, кто является спикерами в этом действии, да, к сожалению, мы, наверное, еще то небольшое предприятие, которое мы не функционируем отдельным структурным подразделением. И у нас нет специальных офицеров или специального пока уполномоченного лица в том глобальном варианте, который как бы хотелось бы, может быть, видеть для предприятия. Наша структура, которая насчитывает штатная численность около 130 человек, да, она не позволяет фактически совершить, ну, организовать структурное подразделение. Однако мы тоже, как бы являясь членами глобального договора ООН,
являясь представителями корпорации, международной корпорации, мы тоже пытаемся внедрить часть антикоррупционной политики, тоже пытаемся как бы подстроиться и использовать лучшие практики крупных компаний. Мы, для нас это, конечно, очень новое пока, новый процесс. Я прочитала то, что как бы вы обсуждали на предыдущих, для чего это, почему. И я хочу, ну, наверное, коротко 5 минут сказать, как строим мы. Мы понимаем, что соответствие, там, приверженность закону и высоким этическим стандартам в деловых отношениях, да, вызвало необходимость совершить у нас несколько шагов, связанных с внедрением антикоррупционной политики и соответствующих кодексов. Начали мы, конечно, не с антикоррупционной политики, а с кодекса этики, корпоративной этики, которую мы определили, что это некий свод правил, которым должны следовать наши работники и, соответственно, наши контрагенты, наши внештатные консультанты. Фактически для нас в этом корпоративном кодексе мы внесли наши общие стандарты, которые мы хотели бы видеть в нашей деятельности, которые мы пытаемся соблюдать, настроены на то, чтобы фактически и наши поставщики, и наши контрагенты также их соблюдали. Это, конечно, определенный свод правил, это права человека, но и одной из составляющих систем кодекса корпоративной этики являются и антикоррупционные оговорки, то есть политика антикоррупционная, непосредственно короткое изложение понимания конфликта интересов, который может образоваться внутри предприятия, и, соответственно, наша работа как с государственными органами, связанными с противодействием коррупции, так и наша работа в политической сфере, то есть которая у нас по всем принципам запрещена внедрение в политическую сферу государства. Но работая над этим корпоративным кодексом, мы поняли, что в принципе у нас не хватает для нас фактически отдельного локального документа, который будет регулировать нашу антикоррупционную политику. Поэтому у дирекции нашей, которая является вот первым шагом, да, и возникла инициатива, что нам необходимо создать и разработать данную антикоррупционную политику. Поэтому в этой антикоррупционной политике, когда мы разрабатывали, мы учитывали непосредственно цели и задачи нашего предприятия. Мы область ее применения определяли лиц, которые фактически связаны с предупреждением коррупции, меры, связанные с предупреждением. Непосредственно мы определяли меру ответственности и меру лиц, и определенный круг лиц, которые будут ответственны за совершение проведения антикоррупционных мероприятий. Также мы предусматривали с учетом того, как структура нашего предприятия, сферы деятельности, географии ее, мы определялись с кругом фактически антикоррупционных инструментов. Для нас эта политика, в принципе, на сегодняшний день является новой, поэтому говорить о том, как она будет имплементирована до конца, мы, конечно же, сможем через какой-то определенный промежуток времени. То есть такого большого опыта, я как понимаю, как у соседней компании, да, то есть у нас еще нет. Но мы понимали, что при разработке антикоррупционной политики достаточно большим и существенным позициям, да, мы должны были уделить непосредственно модели управления и обеспечению распределения тех или иных функций. Тех или иных функций внутри организации и определения лиц. Сейчас, поскольку у нас нет структурного подразделения, которое связано с комплаенсом и реализацией этих всех мероприятий, мы были вынуждены пока в формате штатной численности структуры нашего предприятия определить и возложить эту ответственность только на руководителей структурных подразделений, соответственно, юриста, который также принимал участие в этой разработке, и главным поставить дирекцию. Ну, соответственно, у нас это принятие этой антикоррупционной политики, да, вызвало еще ряд дополнительных
вещей, которые, в свою очередь, необходимо будет сделать. То есть это изменения, внесения в трудовые контракты, непосредственно в должностные инструкции и в положение о структурных подразделениях. Мы понимали, что необходимость при принятии антикоррупционной политики возникает необходимость информирования наших работников, поэтому мы предусмотрели, что эта политика будет размещена у нас непосредственно на сайте и на нашем корпоративном портале для того, чтобы каждый сотрудник имел право, фактически имел возможность ознакомиться с этой антикоррупционной политикой. В связи с тем, что для антикоррупционной политики нужно непосредственно последовательный подход предупреждения коррупции, то мы в этой антикоррупционной политике описали всякие возможности и оценки коррупционных рисков. Но приоритетное, конечно же, внимание мы уделяли преступлениям, которые связаны с получением и дачей взяток, с коммерческим подкупом, а также с особенностями для участия организации в взаимодействии с государственными органами и использования непосредственно нашими работниками своих должностных полномочий с целью извлечения выгод. Достаточно большое внимание мы уделили позиции, анализируя коррупционные риски, мы пытались определить возможные способы совершения на нашем предприятии коррупционных правонарушений, с учетом того, как мы ведем бизнес и с нашими бизнес-процессами. Мы определяли значимость коррупционных рисков, то есть вероятность и оценка совершения коррупционных правонарушений на определенных этапах работы нашего предприятия. На наш взгляд, оценка коррупционных рисков, то есть мы, поскольку, наверное, скорее всего, новое предприятие в этой сфере, она не является определенной мерой действия, но она закладывает определенный фундамент для принятия таких мер. Также одним из важнейших инструментов для нас мы посчитали, что является урегулирование конфликта интересов. Поэтому достаточно большое внимание мы в нашей антикоррупционной политике уделили пониманию конфликта интересов. Мы понимаем, что высокая значимость данного инструмента, она обусловлена тем, что его использование позволяет нам выявить ситуацию, непосредственно предшествующую совершению коррупционного правонарушения. Для всех работников мы ввели определенное понимание того, что необходимо задекларировать, если возникает конфликт интересов, необходимо уведомить об этом дирекцию предприятия, своего непосредственного руководителя и, соответственно, заполнить декларацию о конфликте интересов. Мы понимаем, что в принципе конфликт интересов не является тем правонарушением и тем более не тождественно коррупции, но при наличии возможности реализовать свой личный интерес работник может вообще отказаться от выгоды и продолжить исполнять свои обязанности должным образом. Но тем не менее, поскольку конфликты интересов легко могут перерасти в какие-то некие коррупционные правонарушения, мы посчитали, что необходимо принимать меры по выявлению и регулированию таких ситуаций. Также при выстраивании в организации антикоррупционных мер мы считаем, что в принципе антикоррупционные правонарушения могут происходить не только вне организации предприятия непосредственно, но и внутри, не только внутри самой организации, но и вне, при, соответственно, заключении неких договоров с контрагентами. Поэтому у нас ранее была построена фактически проверка контрагентов на позицию их добросовестности, но мы сейчас несколько с внедрением антикоррупционных мер ужесточили эту проверку. Мы пользуемся непосредственно, конечно же, данными открытыми реестров, мы проверяем контрагентов на их риск антикоррупционных всяких вариантов и нарушений. Целью такой проверки, наверное, является подтверждение, что организация контрагент в своей деятельности руководствуется исключительно общепринятыми этическими стандартами ведения бизнеса и придерживается принципа нетерпимости к любым коррупционным проявлениям. На сегодняшний день мы
увеличили нашу объем нашей антикоррупционной оговорки в договорах, и, соответственно, которая направлена на образно на профилактику коррупционных правонарушений при взаимодействии с контрагентами. И в антикоррупционной оговорке мы, конечно же, оговариваем позицию о том, что неприемлемо для нас в работе с нашими бизнес-партнерами каких-либо посягательств на нарушение антикоррупционного законодательства Украины. Ну, на наш взгляд, внесение такой оговорки в договор носит непосредственно репутационно-этический характер, который впоследствии, да, позволит нам расторгать договора с контрагентами в случае выявления фактов нарушения коррупционного законодательства и непосредственно, если есть риски нарушения как бы деловой репутации нашего предприятия, связанного с незаконными, неправомерными действиями наших контрагентов. Мы посчитали, что данные оговорки, данные вещи, они будут повышать эффективность наших мер по борьбе, соответственно, с коррупцией. В принципе, на сегодняшний день у нас работа по внедрению антикоррупционной политики, она только на начальных этапах, поскольку мы еще, как называется, обкатываем, оговариваем фактически работу данных локальных актов. Но на сегодняшний день мы уже предусмотрели, значит, в свете всех вот наших необходимостей, да, мы предусмотрели, что кодексы корпоративной этики, что обучение антикоррупционным программам у нас будет проводиться на предприятии не реже, ознакомление с этими документами не реже повторно раз в год, и на протяжении года у нас будут проводиться не какие-то определенные семинары, обучение работников, связанных с работой данных локальных актов. Ну, в принципе, это так вот, как мы сейчас пока вот внедряем. Дякую дуже, Наталя. Дуже цікаво, дуже детально. Такий погляд людини, яка тільки починає вибудовувати комплаєнс-систему в бізнесі, але виглядає так, що всі основні елементи я почула, і що вибудували ви її добре. Дякую вам дуже за вашу доповідь. І я пропоную перейти до нашого наступного спікера. Це Тетяна Кирик, яка є комплаєнс-директором компанії «Київстар». І я попрошу Тетяну поділитися її досвідом побудови комплаєнс-системи, тому що з моєї точки зору Тетяні Кирик в компанії «Київстар» це абсолютно вдалося. Це прекрасна комплаєнс-система. Тетяна, ваш погляд, будь ласка, на 5 практичних кроків побудови антикорупційного комплаєнса у великій компанії. Добрий день. Слышно, видно меня хорошо? Да, слышно, видно. Ну, не обязательно видно. Главное, чтобы слышно. Ну что, сколько у меня минут есть? Потому что я могу долго на любимые темы. Минут 5-10? Минут 5-10, да. Я поняла. Ну, обо всем, наверное, не буду повторяться, потому что в этой нашей комьюнити про Киевстар и группу Вион я уже много раз рассказывала. То есть для нашей компании, ну, мы этим занимаемся уже 7-й год, построением антикоррупционной программы. Пришли к этому, к сожалению, не по своему такому убеждению изначально, да, а в связи с такими обстоятельствами, когда группа наша, которая раньше называлась «Вымпелком», еще в 2011 году, как представители нашей группы, так и представители МТС-группы и Телесонера в Узбекистане, совершили некие коррупционные действия с целью получить лицензии телеком. И это знаменитый кейс FCPA. Все мы, к сожалению, вошли в десятку штрафов по FCPA, ну, закон по борьбе с коррупцией за рубежом Соединенных Штатов. Почему, собственно, он к нам применяется? Потому что акции нашей компании, как и тех телеком-операторов, которых я назвала, они
на фондовой бирже в Нью-Йорке торгуются, а также сейчас уже и на европейской бирже Euronext, ну, это акции Виона уже. То есть наша компания тогда называлась Wimpel.com, тогда вот, к сожалению, это все произошло. И с того момента, ну, не с 2011 года, а в 2014 году началось активное расследование властей США и Нидерландов, в результате которого все эти три компании заплатили огромные штрафы и вошли в десятку вообще мировых таких неудачный термин лидеров, да, по оплате этих сумм штрафов вообще в истории FCPA. Мы заплатили, ну, не Киевстар, а группа Вион заплатила 795 миллионов долларов штрафа за, вот, скажем, коррупционные действия. И также три года мы проходили миссию монитора. То есть нам назначили монитора, это, знаете, как чтобы встали на путь исправления. Этот монитор три года следил за тем, чтобы мы в нашей группе внедрили все лучшие стандарты и практики, антикоррупционные и вообще compliance стандарты. И рапортовал этот монитор Департаменту юстиции США. И в конце, то есть это было с 2016 по 2019 год, мы успешно завершили этот процесс. Нас сертифицировал монитор, подтвердил, что наша compliance-программа отвечает всем стандартам. И вот уже год мы живем без монитора. Но что важное, какие вот советы могу дать? Тут, конечно, очень долго можно говорить, что мы внедряли, как мы меняли культуру. Я считаю, что культура, ну, просто кардинально поменялась. Но если мы говорили о пяти таких самых важных моментах, которые необходимо сделать для того, чтобы это все заработало. Первое – это, конечно, принять это решение, что коррупция больше в твоей компании недопустима. Это должно быть решение принято на уровне акционеров и менеджмента. И это безапелляционно для всех компаний, от самого высшего до самого нижнего уровня. То есть если мы так решили, это навсегда, нет никаких исключений, так называемая zero tolerance to corruption в любых формах. Мы это не допускаем, вне зависимости, вот какую должность занимает человек, какая нужность этой позиции. Если это что-либо выявляется, все, то есть это увольнение, санкции, все что угодно. То есть мы принимаем такое решение для себя и постоянно это транслируем всем сотрудникам. Вот без этого вообще не будет работать никогда никакая compliance-программа. Если вас, ваш менеджмент самого высокого уровня и дальше среднего уровня не транслируют сотрудникам регулярно о том, что в нашей компании это недопустимо, постоянно, периодично, вы должны это подчеркивать, не уменьшая вот этот месседж. Как только вы расслабитесь и подумаете, да ладно, забыли, люди сделают вывод о том, что это больше не актуально. То есть всегда и постоянно вот этот тон сверху. Это важнейший элемент, без которого ничего не работает. Второй момент – это то, что вы не должны пытаться построить программу, ну, которая покрывает все вне зависимости от того, какой ваш бизнес. Вы должны определить ваши коррупционные риски, если это антикоррупционная программа. Ну, если шире compliance-программа, ваши compliance-риски. То есть в нашей компании, в телекоме, очень много взаимодействия с представителями госорганов, что и послужило вот тем, ну, скажем, нарушением, потому что мы очень зависимы от госорганов, от их принятия решения, от их лицензирования. Мы получаем разрешение на каждую вышку, через которую проходит потом мобильная связь. То есть очень много взаимодействия с госорганами, что означает, и в каких юрисдикциях еще наша группа компаний работает. То есть это все в коррупционном риске. Там, согласно даже, если посмотреть Corruption Perception Index по этим странам, все красный и бордовый цвет. То есть все очень рисковые страны, ну, включая и Украину. То есть постоянно могут возникать какие-то предложения это дело там ускорить и так далее. То есть вот вы выявляете свои риски, и это фокус compliance-программы вашей компании. Потом вы делаете эту оценку рисков периодично, для того, чтобы понимать, правильно ли вы направляете свои силы и ресурсы, не покрывая там, ну, все, что возможно, особенно если учитывать, что во многих компаниях эти ресурсы ограничены на compliance, как, например, предыдущий спикер рассказала, да. Дальше, после того, как мы определились, вернее, даже это до того или одновременно, но очень важно все-таки определить, кто отвечает за compliance
имеется в виду создать эту функцию. В идеале это compliance офицер или compliance департамент. Но также дать понять менеджменту и каждому сотруднику, что это ответственность каждого. Буквально этот compliance должен войти в KPI каждого. И в случае, если все прекрасно с точки зрения перформанса в плане бизнеса, но если человек нарушает какие-то compliance правила, это должно отражаться. Человек должен быть там наказан каким-то образом. То есть вот это очень важный аспект. Политики и процедуры. Вы разрабатываете в зависимости от того, как вы выявили риски, да, вы посмотрели, где риски, какими политиками, ну, естественно, это антикоррупционная политика, это там по подаркам политика. Очень важен закупочный процесс, чтобы он был прозрачным. То есть вы смотрите на картину своего бизнеса и создаете эти политики. Но политики не будут работать, если вы не сделаете систему тренингов. Если ваши люди... Окей, они поняли от менеджмента, получили сигнал, что нельзя это делать, но на самом деле они что-то делают неосознанно, не желая нарушить что-либо, но они просто не знают ваших политик и требований. Вы написали все супер хорошие политики, но вы не научили ваших людей, что самое важное. Вот постоянно, регулярно нужно персоналу объяснять, какие у нас действуют политики в этой сфере и что от вас ожидается компании. Когда сотрудники понимают это, все тогда легко происходит. Ну, еще много есть других, конечно, важных вещей, как проверка своих бизнес-партнеров и так далее, там, расследование, спикап-линия. Я на этом всем уже не буду останавливаться, потому что ну, есть другие спикеры, которые поделятся своим опытом, но это из такого, что ключевое, на мой взгляд, без чего не будет работать compliance-программа в компании. Ну, наверное, это все. Дякую дуже, Тетяно. Дуже цікаво було послухати. Щиро дякую так само, що ви вклалися в свій час. І я пропоную рухатися далі і передати слово Олексію Поволоцькому, директору з корпоративного управління і комплаєнсу DTEC, для того, щоб побачити його точку зору на те, які кроки треба зробити, щоб побудувати антикорупційний комплаєнс компанії. Олексію, будь ласка, єдине, що дуже прошу, щоб ми йшли в часі. У нас є регламент 6, максимум 10 хвилин, максимум. Дякую дуже. Будь ласка. Спасибо большое, Ольга. Всем добрый день. Рад сьогодні всіх привітати на, скажімо так, місячники, неділя боротьби з корупцією. В компании DTEC данное направление существует достаточно уже давно. С 2010 года мы строим compliance. И здесь вот я хотел бы все-таки пару слов сказать о понимании, зачем нужен compliance. Мне кажется, это очень важный вопрос, особенно для тех компаний, в которых compliance функция еще не построена, в которых compliance офицер еще не назначен. Здесь очень важно понимать компании, ее менеджмент, ее собственникам, зачем. Вот ключевой вопрос, зачем мне нужен комплайенс? Это популярное слово, это модно сейчас или это, скажем так, жизненно необходимо. И здесь, конечно же, вот у нас в 2010 году мы выходили на мировые рынки привлечения капитала, выпускали евробонды, и у нас это было обязательство биржи, мы должны были его выполнить. У других компаний есть требования там, от акционеров, от наблюдательных советов. И здесь очень важно понимать, что на сегодняшний день, вот скажем так, есть какие-то внешние требования, а есть практика. И вот рынки сейчас идут по тому принципу, и в Украине, к счастью, тоже мы движемся в этом же пути, что очень важно работать с контрагентами, которым можно доверять, которые ведут бизнес этично. И это требование все больше и больше входит в украинскую практику, и мы стараемся максимально это использовать и в проверке контрагентов, и выписывая наши договора. Поэтому здесь, если каждый конкретный бизнес будет понимать, зачем ему нужно, тогда появятся и ресурсы, и практика, и люди. Один из таких вот ярких примеров, который четко нужно понимать, что если мы говорим о санкционном комплаенсе, то в случае нарушения международных экономических санкций, если вы работаете, подписываете договора с лицами, которые внесены там, черные так называемые списки в SDN, да, то вы с большой долей вероятности тоже окажетесь среди таких же лиц, и вы будете токсичными для ваших контрагентов и не сможете вести свой бизнес. Это, по сути, здесь мы уже переходим в разрез sustainability вашего бизнеса.
Второй блок, здесь сильно не буду повторяться, коллеги уже на нем остановились, это, конечно же, разработка внутренних правил, внутренних документов. То есть, безусловно, нужно начинать с кодекса этики, с антикоррупционной программы. У нас вот в прошлом году такой вот новый документ был разработан, это ESG-стратегия, Environmental Social Governance, это стратегия, по сути, устойчивого развития, которая базируется на 17 принципах глобального договора ООН. И один из этих принципов как раз есть вот недопущение, борьба с коррупцией. Важно подчеркнуть качество документов. То есть эти документы должны быть не для галочки. То есть эти документы должны быть, ну, не знаю, хорошее есть такое, мне кажется, слово, выстраданные. Да? То есть как бы они должны отвечать на ту проблематику, которая есть в компании, в стране. Они должны максимально отражать те практики, которые компания требует, которые компании необходимы для того, чтобы быть успешной. Важный аспект – это внедрение комплаенс-контроля во все рисковые процессы. Здесь, конечно же, нужно проанализировать бизнес-процессы на предмет комплаенс-рисков. Однозначно необходимо иметь четкие правила, методологию, как работать с комплаенс-рисками, как встраивать комплаенс-контроль. Здесь сфера очень важная, очень трудоемкая и забирает много времени и требует конкретных, очень узкоспециализированных знаний сотрудников. Мы, скажем так, в процессе построения комплаенс-контроля, львиную долю мы уже закрыли, но еще, скажем так, нам предстоит ряд процессов закрыть в будущем году. Очень важно также понимать, что любой контроль, самый хороший контроль, если он зависит от человека, то он не всегда эффективен. Поэтому очень важно автоматизировать контроли в информационных системах компании и уходить от человеческого фактора. Четвертый advice – это однозначно ресурсы комплаенса. Ресурсы комплаенса – это и FTE, и обучение, да, потому что у нас вот в Украине пока нет университетов, которые выпускают готовых комплаенс-офицеров. Да, то есть мы там, кто-то юрист, кто-то еще экономист или другая профессия у человека, и мы уже доучиваемся комплаенс-практикам, комплаенс-законодательству, требованиям регуляторов в ходе нашей работы. Соответственно, здесь очень важно понимать, что ваши люди должны получить надлежащее образование, чтобы они четко понимали особенности, да, вот ключевые детали работы и построения работы комплаенс-офицера и могли помочь защитить вашу компанию надлежащим образом. Здесь, конечно же, мы обращаемся, как правило, к международным институтам, рекламировать их не буду, и получаем сертификаты в Лондоне и в других странах для того, чтобы чувствовать себя уверенно. То есть поверьте, что те деньги, которые мы платим, это мы платим за уверенность в том плане, что наши комплаенс-практики выстроены на основании лучших международных практик. Также, на мой взгляд, важно подойти к Рубикону и получить сертификат международный по ISO. Мы к этому тоже направлению движемся. Я думаю, что в ближайший год-два мы выйдем за получением такого сертификата и действительно для себя там сверим часы, все ли у нас так хорошо, как мы это понимаем на сегодняшний день. Ну и последний, пятый advice, это он будет максимально практичным. Я его называю кабинетный compliance. Вот если строить compliance, который сидит у себя в кабинете, который классно написал документы, который говорит в корпоративных средствах коммуникации о тоне сверху, который максимально продвигает культуру, но находится у себя в кабинете, не выходит из кабинета. Поверьте, что это будет не очень эффективный комплаенс. Комплаенс должен работать ежедневно с бизнес-партнерами. Ежедневно общаться по комплаенс-рискам, даже там, где их нету. Конечно же, нужно начинать с более высокорисковых зон. И нужно готовить опросники, нужно уметь общаться с людьми. Да? То есть нужно уметь вызвать доверие. Да? То есть здесь мы, когда идем в массу, мы говорим, что, ребята, комплаенс не нужно бояться. Да? Давайте поговорим. А как вы делаете свою работу? А где у вас возможные риски? Давайте поможем, вместе подумаем, как защитить компанию от потенциальных рисков. И вот мне кажется, что вот такие вот пять направлений – это хороший был бы старт для построения compliance-функции любой компании. Спасибо.
Дякую дуже, Олексій. Дуже було цікаво і скажу, що дуже мені відгукується ваша позиція в тому сенсі, що я розумію, що вона про те, що переважає суть над формою. Я так само вважаю, що ніякі політики, папери, документи, прекрасно створені, не будуть працювати, якщо не буде того комплаєнса по суті в роботі кожен день, в кожен час і в комплаєнс офіцера, і всіх інших працівників. Я абсолютно тут з вами згодна, тому дякую вам дуже. Дуже мені це відгукнулося, я прокоментувала через це. Я пропоную рухатися далі, і я передаю слово Олені Дубовській, комплаєнс-офіцеру Кернела, і так само задаю те саме запитання. Які будуть ваші 5 порад для того, щоб побудувати ефективну комплаєнс-систему? Колеги, добрий день. Я являюсь комплаєнс-офіцером компанії Kernel. Kernel – это известный и крупнейший в мире и Украине производитель подсолнечного масла и поставщик сельхозхозяйственной продукции. Экспортная география насчитывает более 80 стран. В нашей команде работает более 12 тысяч профессионалов, и компания на рынке с 1995 года. Поэтому сильная комплаенс-функция – это соответствует и видению, и ценностям, и лидерским амбициям Kernel. Поэтому компания выбрала для себя несколько стратегий для развития комплаенс-функции. Прежде всего, да, это создание корпоративного кодекса, в котором мы представили, изложили наши правила и принципы, по которым мы ведем бизнес. Дальше мы внесли контроль и обзор над внедрением и управлением комплаенс-рисками в систему корпоративного управления. Поделюсь опытом, как мы проводили и оценку compliance риска. Мы провели оценку compliance риска по всем ключевым около 19 областям. На основании этого создали roadmap внедрения и усиления compliance функции. Мы планировали осуществить за 2 года и потом постепенно усиливать и наращивать. Мы это сделали основные моменты за 1,5 года. Каждый год мы внедряли около 40 мероприятий по всем направлениям. Проводили стандартизацию и обновляли документы внутреннего стандарта, создавали новые compliance-процессы и параллельно проводили обучение персонала. Всегда при обучении, всегда вступительное слово топ-менеджмента. Проводили, у нас была еще тогда возможность, когда знакомили сотрудников всех компаний с compliance, проводить это офлайн. Это очень повлияло и как-то ускорило внедрение compliance системы и комплаенс-культуры. Обязательно имплементация комплаенс-контроля, и когда мы внедряли новые процедуры, контроли, у нас идет коммуникация. Владелец процесса, а также ответственный исполнитель объясняют все этапы, ответственность каждого участника процесса, и сотрудники компании могут задавать вопросы, как им там взаимодействовать дальше и какие ожидания от них. Обязательно была проведена реорганизация горячей линии. Это был у нас проект по работе с инцидентами. Были созданы все каналы. Это были телефоны, и электронная почта, и чат-боты, и веб-сайт, и для анонимных обращений была создана линия. И за этот период у нас увеличилось там десятки раз обращений и повысилось доверие сотрудников, потому что увеличение обращений на горячую линию, он свидетельствует, что сотрудники готовы сообщать. А так как комплаенс-система, да, как Алексей говорил, что акционеры и топ-менеджменты должны понимать, зачем это для им надо. Но также хотела обратить внимание, что и сотрудники должны понимать, зачем это им. И они это понимают, когда сильная комплаенс-функция, они чувствуют себя более защищенными, более уверенными. Они понимают, что они работают в устойчивой, сильной компании. Ну и сейчас у нас идет развитие дальше. У нас сейчас на предприятиях компании внедрены комплаенс-контролеры, потому что есть сотрудники, которые, ну, не сотрудники, а есть необходимость коммуникации на местах. Эта сеть у нас уже развита, у нас уже более 15 compliance-координаторов на местах. Они не на каждом предприятии, они объединяют кластера по областям. И уже эффект и обращение
от внедрения этого проекта тоже чувствуется. И чтобы не задерживать вас, я хотела вот резюмировать, что главные ресурсы, которые необходимы для построения эффективного функционирования комплайенс-системы, это прежде всего поддержка и контроль высшего руководства, а также взаимодействие сотрудников компании между собой на операционном и исполнительном уровне. И после этого, когда выстроена культура и это взаимодействие, то эффект обеспечен от ефективної системи compliance. Спасибо. Дякую дуже, Олена, за вашу доповідь. Дякую, особливо ви торкнулися гарячих ліній викривачів. Я так само відгукнулася мені у вас в те, що я так само кажу, що якщо є гаряча лінія або там канал зв'язку і він мовчить, то це не добре. Нормально, коли в нього є якісь повідомлення, які там серйозні, несерйозні, але якщо вони існують, то це дійсно, ну, це правильно, це значить, що це ситуація працює. Я дивлюся за часом, і я думаю, що ми рухаємося далі. І я запрошую до слова нашого останнього спікера з нашої панелі, це Григорій Ситенко, керівник юридичної служби BASF. І я би попросила Григорія сказати свою думку про те, як вибудувати комплаєнс-систему в компанії і які з його точки зору найважливіших 5 кроків потрібно зробити. Григорію, будь ласка. Добрий день, колеги. Надіюсь, мене слышно. Значит, очень интересная у нас сегодня тема, и самое интересное то, что вот, казалось бы, достаточно простые вещи, но каждый видит их по-разному, да, и каждая компания имеет свой взгляд на них. Поэтому, наверное, compliance скоро можно будет как отдельную дисциплину преподавать, давать отдельные какие-то дипломы в этом отношении. Вот, я хочу, наверное, да, просто поделиться тем, какие ключевые элементы в этой системе видим мы, да, какие ключевые элементы этой системы существуют в BASF. Вот, ну, наверное, все-таки не удержусь, скажу, что почему это важно. То есть, конечно, в этом есть и какая-то идеологическая составляющая, но есть и чисто практические вещи, да, то есть надежная система комплаенса – это способ показать свои best efforts в борьбе с коррупцией, не получить штрафы при каком-то, возможно, случайном нарушении, либо нарушении отдельными сотрудниками там, на сотни миллионов долларов, потому что если мы говорим о какой-то международной структуре, которой акции могут торговаться там, на международных биржах, то этот риск абсолютно, абсолютно реальный. Я уже молчу о том, что можно иметь проблемы с выходом, да, на какие-то рынки, вот, можно иметь проблемы с серьезными контрагентами, если у тебя нет этой compliance системы. Вот. Ну и, конечно, есть внутренний момент такой, если эта система есть, даже если она может быть не самая идеальная, вот с точки зрения того, вот, как говорил коллега из ДТЭКа, по-моему, о том, что эта система должна быть очень близкой людям. Но даже если она не на 100% близка людям, но она все-таки есть, она формализирована, то это некий сдерживающий барьер. То есть сотрудники, которые бы в ином случае вообще бы ничего не боялись, они все-таки начинают бояться, быть более осторожными. И в конечном счете это та ситуация, где даже бюрократия иногда работает во благо. Вот. Значит, что касается архитектуры. Ну, я еще такой хочу сказать общий момент, что вот структура системы compliance, она может, конечно, и скажем так, как эта функция реализовывается, она может, конечно, отличаться в зависимости от компании. То есть функция compliance офицера, она, ну, вот есть как бы три базовых подхода, да. Это может быть абсолютно отдельный человек, отдельная функция, отдельная такая служба. Это может быть наделение функциями compliance офицера генеральных директоров, директоров компаний, то есть в более редких случаях финансовых директоров, либо же эта функция, она объединяется с юридической службой. В принципе, у всех трех вариантов есть свои плюсы и минусы, и я хочу сказать, что в BASF на самом деле исторически вот оно опять-таки либо эта функция делегировалась кому-то из управления, то есть, как правило, генеральному директору, который был комплайенс-офицером в том или ином юридическом лице группы BASF, либо эта функция как бы соединялась с функцией юридического департамента. Ну, на сегодня в основном эта функция объединена у нас с лигалом, и сейчас скорее идет вопрос о том, чтобы в некоторых юрисдикциях просто были абсолютно отдельные люди, которые бы занимались комплаенсом. Вот. Ну, здесь, наверное, нам тоже есть над чем работать. Значит, в принципе, далее, если говорить об архитектуре комплаенса, то здесь есть несколько таких вот разделов, ну, не знаю, как секций, я бы их разделил как такой бэк-офис и фронт-офис, да, то есть то, что, скажем так, больше коммуницируется и, видимо, людям, и то, что, например, комплаенс-служба делает на
бэкграунде. Если мы говорим о таком своеобразном бэк-офисе, то это в первую очередь матрица оценки комплаенс рисков, то есть это оценка конкретных бизнес-процессов, бизнес-юнитов, рисков, которые там имеются. Это диалог по оценке рисков, риск-ассессмент-диалог, который проводится опять-таки с руководителями, бизнес-юнитов, вот, и, соответственно, позволяет в диалоге с ними, возможно, что-то коммуницировать и провести такую оценку рисков. Это расследование compliance кейсов там, где они есть, потому что это один из ключевых элементов. Вот. И это due diligence бизнес-партнеров, тоже процедура, которая очень важна, поскольку в случае, если, например, у кого-то из ваших бизнес-партнеров возникают проблемы, которые по цепочке могут передаться вам, опять-таки, если у вас эта процедура внедрена, вы просто показываете какие-то свои best efforts и минимизируете свой глобальный риск как компании попасть на те же самые штрафы. Теперь фронт-офис, так называемый. Значит, ну это в первую очередь базовый главный документ, который есть в каждой компании, это кодекс поведения. Ну, он может называться по-разному, кодекс поведения, кодекс этики, у нас он называется кодекс поведения. В дополнение к нему это могут быть там антикоррупционные программы, то есть какие-то документы, будем говорить, развивающие и дополняющие кодекс поведения. Это compliance тренинги, важнейшая вещь, то есть коммуникация compliance системы, трансляция всех вот этих compliance ценностей всем сотрудникам. Это осведомление, то есть compliance hotline, опять-таки, которая тоже должна присутствовать, то есть в нашем случае она всегда ведется каким-то какой-то третьей стороной, какой-то независимой структурой, которая принимает такие, значит, донесения, если они есть. И это, я бы сказал, четвертый элемент, соответствующие положения, касающиеся комплаенса в договорах с любыми деловыми партнерами. Значит, в конечном счете, на что мы таким образом выходим? То есть вот эта система, она должна создать такие вот четыре краеугольных камня. То есть фактически это культура комплаенса, это определенный менталитет, определенное мировоззрение, которое у сотрудников компании должно быть. Это постоянный такой вот мониторинг, контроль за ситуацией, то есть в котором принимают участие все сотрудники, потому что они понимают, что частью вот этой compliance-культуры является каждый. Это так называемые, мы это называем линии обороны, то есть это означает в случае, если произошел какой-то инцидент, либо какая-то внешняя угроза, которая требует compliance-реагирования, то есть условно кто и когда вступает в действие. Вот. Ну и наконец последнее, это то, что мы называем learning and development, это как бы lessons learned, то, что необходимо постоянно извлекать уроки из того, что происходит. Ну и я еще скажу буквально несколько слов о том, каким должен быть, такие базовые вещи, но тем не менее, каким должен быть кодекс поведения, собственно говоря, и сами тренинги, да, то есть это такие ключевые вещи, которые нацелены на то, чтобы создать культуру комплаенса. То есть сам кодекс поведения, он, к этому мы пришли на самом деле не сразу, это такой вот lessons learned за многие годы. Он должен быть очень простым, понятным, визуально приятным для сотрудников, так, чтобы люди хотели посмотреть, хотели читать, то есть для того, чтобы это было не некий формальный документ, вызывающий отторжение, а была противоположная, ситуация. То есть он должен быть хорошо понятным, в нем должны быть какие-то практические моменты. Вот. Ну и да, то, что мы называем human language, то есть он должен быть написан понятным языком. Соответственно, и во время compliance тренингов, которые их тоже нужно проводить, понятно, что сейчас это сложно, но все-таки офлайн это намного лучше работает, чем любые онлайн-курсы. Обязательно нужно в каждом разделе переходить к разбору каких-то практических кейсов. Это очень позволяет донести доступным языком какие-то вещи. И очень желательно, к сожалению, не во всех юрисдикциях мы это проводим, в Украине не проводили, но в некоторых странах проводится так называемые, полевые учения, да, то есть какая-то симуляция, то есть, например, там приход каких-то проверяющих, которые там задают вопросы, которых не должны задавать, да, создание таких ситуаций, когда на практике можно проверить, насколько люди соблюдают, насколько люди понимают вообще, что от них требуется, вот, то есть какие-то вот такие вот ключевые вещи, вот, ну, и еще также скажу, что вот эта вся система в идеале, она создает у людей, первое, это awareness, это, знание compliance-системы, понимание ее, и создает в идеале правильный mindset, то есть когда вот у людей формируется мировоззрение.
зрения, когда они как минимум задумываются о каких-то вещах, да, и вот должны не просто букве следовать, а в том числе духу вот этого закона. Ну, я как бы могу еще долго рассказывать, но так по времени смотрю, что вроде как уже все, поэтому на этом все. Дякую дуже, Григорій. Двома руками я за тренінги. Прості, доступні, бажано 20 хвилин. Дійсно, я багато їх роблю теж по комплаєнсу, і я абсолютно згодна, що безконечні нудні лекції не працюють, неефективні, да. Абсолютно правда. Щиро вам дякую всім. Також дякую всім спікерам. Зараз я би просила, хотіла перейти до аудиторії і спитати аудиторію, чи є в нас запитання до спікерів, а спікерів би я попросила включити камери, якщо можна. Щоб люди могли, задаючи питання, ну, бачити вас, якщо ви будете, або я, можливо, на ці питання відповідати. Чи є в нас запитання з аудиторії? Якщо запитань немає, або хтось ще готується і думає задати запитання, будь ласка, якщо ви не запитання виникне, шановна аудиторія, перебивайте мене, задавайте запитання, бо це важливо. А я тим часом дозволю собі підсумувати нашу сьогоднішню дискусію про те, які ж у нас врешті є 5 основних практичних кроків в тому, щоб збудувати ефективну комплаєнс, в тому числі антикорупційну комплаєнс-систему. Перш за все, я би сумуючи казала безперечно, це тон зверху і розуміння менеджменту, особливо власників, про те, де чому комплаєнс-система. Беззаперечно, абсолютно, я би казала, що це лідер, що це ключова функція, бо якщо немає цього розуміння, для чого це потрібно, впровадити комплаєнс – це досить складно, муторно і довго, не буде його впровадження, якщо не буде розуміння і не буде цього відомого всім тону зверху. Це перший пункт, який би я назвала. Другий пункт, який би я підсумовувала, це наявність в компанії, в бізнесі етичної культури і розуміння того, для чого потрібен комплаєнс на всіх рівнях. Сюди, це дуже широке поняття, сюди входить наявність практик, процедур, регулювання, роботи з підрядниками, з контрагентами, роботи з власним персоналом, з працівниками роз'яснювальної, тренінгів, всього на світі. Наявність політик, процедур в доступному місці, у доступній формі, коротких, зрозумілих, для того, щоб люди могли їх почитати. Тобто в дуже широкому сенсі другий крок – це наявність цієї культури в компанії, яка підтверджується політиками, але яка відноситься більше до цінностей, ніж до того, що написано на бумажці. Так? Третій, дуже важливий, як на мене, елемент цієї системи – це наявність хорошого комплаєнс-офіцера. Фахового, високопрофесійного і який щиро вірить в цінність комплаєнс-системи. З своєї практики я скажу, що для того, щоб комплаєнс-офіцер міг працювати, потрібні дві речі. Ну, по-перше, він має бути незалежним, він має мати можливість приймати незалежні рішення, раз. А і по-другому, в нього мають бути повноваження, достатні для того, щоб ну, здійснювати якісь комплаєнс-залежні або важливі з точки зору комплаєнс-заходи, або там вплоть до того, щоб блокувати якісь рішення в бізнесі, які, до яких є питання з точки зору комплаєнс. Четвертим кроком, який би я вважала так само дуже важливим, це зворотній зв'язок і викривачі. Якщо компанія не захоче чути реальний стан справ всередині від людей, які знають краще, які знають точно, якщо не буде забезпечено джерел повідомлення про якісь там негаразди в компанії, або якщо людей не буде довіри до компанії, до менеджменту, до комплаєнс-офіцера і не буде повідомлень по зворотньому зв'язку, так само толку не буде, тому що любу проблему краще з'ясувати якнайраніше всередині і адресувати, ніж дочекатися, коли там вона вийде за межі компанії, зробиться публічно відомою проблемою. Да? Тобто зворотні зв'язки, викривачі, це буде четвертий крок. І п'ятий крок, насправді, він теж дуже важливий і полягає він в тому, що комплаєнс треба не тільки робити всередині компанії, там поширювати, впроваджувати і так далі, про нього треба говорити назовні. Да? Це те, що я завжди всім кажу, де тільки можу, на всіх своїх виступах, не прийде в Україну ніхто і не зробить комплаєнс заради нас, антикорупційний в тому числі. Антикорупційний комплаєнс і боротьба з корупцією – це те, що всі ми, кожен на своєму місці, в межах своїх можливостей, там
на роботі робимо кожен, абсолютно кожен божий день. І отакими от спільними зусиллями ми комплаєнси поборемо. І крім того, про вжиття заходів по боротьбі з корупцією потрібно говорити назовні. Я дійсно так щиро вважаю, якщо це цінності, які потрібно транслювати не тільки всередині компанії, а ширше в суспільство, на всіх рівнях, в процесі всієї роботи, кожен з нас. І тоді я вважаю, що якщо от ситуація буде виглядати так, будуть в компанії побудовані комплаєнс-системи, і ми всі будемо про це говорити, перетворивши їх в наші цінності, в якийсь спосіб життя і спосіб мислення, от тоді українське суспільство, я думаю, наблизиться до рівня, в якому я дуже надіюся, що до цього дожити сама, в якому ми всі зможемо сміло сказати, що Україна корупцію подолала, є висококомплаєнтною і низькоризиковою юрисдикцією для того, щоб робити бізнес. Тому я дуже щиро дякую нашим панелістам за дуже цікаві доповіді і дискусії. Я надіюся, що нашій аудиторії було цікаво, і я хотіла би завершити наш виступ сьогоднішній і цей вебінар цитатою з Тараса Григоровича Шевченка: «Борітеся, поборете». Я дійсно це вірю і думаю, що оце те, чим ми всі маємо займатися, щоб жити в гарному, високоцивілізованому суспільстві. Дякую дуже, і напевно на цьому етапі я передаю слово Тетяні. Дякую, Олю, дякую за модерацію, чудову модерацію, як завжди. Дякую за підсумки, які ви зробили. Хочу нагадати, що статтю, яку ми підготували разом із вами, її вже можна дивитися на порталі Dela.ua. Вона також доступна на нашому Фейсбуці. Якщо вам цікаво її поширити серед своєї аудиторії, буду вдячна. Дякую всім за виступи, за працю, співпрацю в рамках тижня антикорупції. Сподіваюся на наші подальші кроки, на практичні якісь рішення з подолання проблеми. І будемо вважати, що ми завершимо цей тиждень, цей рік досить позитивно, і ми налагодили партнерства, і тепер будемо працювати, щоб побороти цю проблему, як сказала Оля. Дуже дякую. Дякую дуже. Дякую. Тоді до побачення і гарного всі дня, і завершення тижня.